Специалисты называют замещающей любую семью, которая взяла на воспитание ребенка из сиротского учреждения, вне зависимости от формы устройства – усыновление, опека, приемная или патронатная семья. Клуб замещающих семей «Оберег» создан в Ленинском районе год назад. Его основная задача – оказание профессиональной помощи гражданам, выразившим желание стать приемными родителями, опекунами и попечителями. Семьи обращаются к нам, направляют их к нам органы опеки и попечительства. И они, допустим, какая-то возникла проблема. Мы можем с ними обсудить эту проблему, да, оказать консультативную помощь. Как педагоги-психологи работают, социальные педагоги. И есть юридическая консультация. То есть, если нужно, необходимость появится такая, то с детьми будет заниматься психолог. Например, подготовить к школе или там какие-то страхи там у ребенка могут появляться. Да, и с этим психологи могут работать. Если необходим логопед, то тоже как бы у нас есть в службе логопедическая помощь и поддержка. В честь первого юбилея клуба был организован настоящий праздник. Теплая, уютная, по-настоящему семейная атмосфера царила в этот вечер в историко-культурном центре, где собрались семьи с приемными детьми и приглашенные гости. Когда еще вот не родились чудесные ребята, которые сидят на первом ряду, да, мы знали, кто живет на какой площадке, вместе общались, отмечали день рождения, ходили друг к другу за стульями, за солью, за сахаром. Сейчас как-то все по-другому. И вот сегодня я рада, что, смотря в зал, я вижу такое же количество добрых людей и искренне желаю, чтобы то добро, которым вы делитесь, обязательно вернулось к вам бумерангом. По итогам года состоялась торжественная церемония награждения лучших замещающих семей. Среди них семья Есиных. Ольга и Сергей усыновили двухмесячного Артура в 2009 году. Но, как признались нам приемные родители, на этом останавливаться не собираются. Семья, если посмотреть со стороны, обычная, самая обычная семья. Мы также балуемся, также радуемся. Успехи у нас есть, какие-то достижения. Ну, ничего как бы выделяющего у нас среди других нет. Поэтому я как бы хочу, пользуясь случаем, обратиться к другим людям, которые живут и хотят подарить свою любовь детям. Не бойтесь, берите деток на воспитание, любите их, радуйтесь, и они вам отдадут столько любви и позитива, что вы не пожалеете никогда об этом поступке. Клуб проводит лекции, семинары, круглые столы для родителей по вопросам воспитания, а для детей – увлекательные мастер-классы. Для органа опеки клуб «Оберег» – ну, это палочка-выручалочка, так как у нас служба сопровождения замещающих семей также принимает наших замещающих родителей, работают с детьми психологически, коррекционно, адаптационно. И поэтому, конечно, вот клуб «Оберег» – это очень хорошее детище службы сопровождения. Мы очень рады, что он у нас в районе открылся. В этот праздничный вечер творческие коллективы района подарили свои музыкальные и танцевальные номера семьям, которые, вопреки жизненным невзгодам, своей добротой и теплом сердец творят чудеса, помогая преодолевать трудности и радоваться успехам. Ведь дети должны расти в любви и в семье. И других вариантов быть не может. Наталья Буслаева, Алексей Ильин, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».